национальный танец хэнди имел статус всемирного нематериального наследия. Добрый день, дорогие мои сородичи, мои друзья, мои эбены. Сегодня у нас, конечно, очень радостно. Издревле эбены танцевали каждый свой виртуальный родовой хоровод на эфете. Родовых эбе много. Конечно, я сначала интересовалась с 1970 года, когда приехал в поселок Березовка Среднеколымского курса. В Березовке очень хорошо забивали эбе. И это был Булдукин Андрей Иванович, Булдукина Улита Ивановна, Булдукина Анна Ивановна, Булдукина Булдукин Макар Александрович, Щербаков Николай Егорович, Балаганчик Иван Семенович Первый и другие. Мы сейчас покажем, девочка показывает уже Тагальмей Гэджи и этот приблизительно мы показываем. Абрамова. Давайте встанем все вместе с ними, чтобы этот почувствовал, как так сеет. Да.
И в этом мы с Асей Ивановной и Ефимовой
которые после станут общегородскими праздниками. И еще мы решили работать, создать филиалы. У нас сейчас 4 филиала. Усьянском улусе, Силовый, Оленегорский 2 и Доме дружбы.